Благ отдыхает на листве. Лилигр Благ. Не лигр, а лилигр. Почему лилигр? Ну, есть тигр, есть лев. Есть лигр, то есть он родился от тигра и льва, помесь. А Благ, он лилигр, то есть он родился уже от лигрицы. То есть следующее уже поколение. Потому и лилигр. Вот лежит на листве, отдыхает. Мы сухую листву подсыпаем, каждый день меняем им. Сегодня вот снег ночью прошел, свежий. Он лег на листву, то есть удобнее же, приятнее лежать на листве, чем на снегу. Вот он тоже. Ну, то есть всем животным меняем листву в парках, запасаемся с осени листвой и меняем подстилку. Они вот в парках у них лежат на листве. Также в ночных убежищах их у них тоже меняем подстилку, листву подсыпаем, сено. Вот в парке. А ночью он в своем ночном убежище лежит, спит. Там теплый пол, ночью тепло. А сегодня теплая погода. Солнце светит, он лежит, спит. То есть как любой кот любит поспать.